Здорово, дорогие. Вот показываем, как установил подлокотник. Вот две штучки горит. Вот зарядочка USB-шная. И надо еще приловчиться. Здесь, значит, ручник. Ничего не мешает. Здесь выдвигается вперед под руку. Когда долго ехать, она делается в бок вообще идеально. Сидишь, не мешает ничего. Ну здесь вот света мало, ну блин, света мало. Так что уж извиняйтесь, если вы видите что. Вот. Ну как-то так. Сзади тоже бутылочка встает. Хорошо. Ходит и выходит. Ну все, там рады. Я очень рад. Спасибо всем. Потрясающе получился подлокотник. Все, выключаю. Ни гвоздя, ни жезла всем. Пока.